Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Задание, давай забираем свои награды здесь. Отлично. И заходим в схватки, смотрим, что у нас здесь есть. Визит важной персоны. 1000 очков доверий. Схватка редких. И в принципе все. Ну, схватка чемпионов, это понятно, там даже нечего ловить. Ну, попробуем столкновение. Ой. Ох, твою ж налево. Ну какой-то, я не знаю, прям из... Ох, что же сделать там? Блин, может быть... Давай начнем со схватки редких. Давай попробуем. Так, скалозавр, раджазавр и метриорит. То есть, получается, здесь мы с тобой берем... Например, я возьму спинозавра. Против раджи я возьму... Прозуха, а против метрии я возьму Эрчитана. Вот такую вот я команду выбрал для этого поединка. И я думаю, что в принципе шансы на победу есть. Так, ну что, я первую атаку сделаю. Угу, почти половину здоровья сразу у него отнял. Но мне кажется, он будет меняться. Меняться будет на вот... Ну, естественно, естественно. Ну, кто бы мог в этом даже усомниться, ребят. Мы сделаем с тобой вот так вот. Посмотрим. Все. Тут же припух, тут же сейчас будет меняться, естественно, опять же, на скалозавра. Ну а мы с тобой, естественно, будем меняться обратно на спинозавра. И все, и, по-моему, ушатывать этого халабуду. Да? Чертовые бабушки его отправили. Ну что, выходит раджазавр, который, наверное, не осмелится. Или осмелится. Ах ты, жук ты навозный. Жук ты навозный. Вот кто ты. А вот хватит ли нам? Да, в принципе, если все сольем, хватит. На. А вот теперь интересно. Метриоринг. Ну, по атаке-то мы, конечно, проигрываем очень сильно. А все. Все, ребята, ему кранты. Потому что аэротитан его добьет. Причем в легкую. Просто в легкую, смотри. Чпок, и готово. Нормально. Аэротитан хоть где-то да пригодился, да? Все, радостный пропрыгал. Ну, а мы с тобой отправляемся тогда дальше. Ну, давай, прогружайся уже, хорош там. Так, 40 ДНК. Вот эти вот подлагивания, когда начинаются, того и гляди, ребята, вылетит игра. Любую секунду. Ага. Замечательно. До 30 уровня мы можем его прокачать. Но больше, по-моему, у нас его нету. Что-то я хотел сделать. Какой-то такой гибрид. Пастазуха? Нет, не пастазуха, а кого-то... Кого-то другого. А, дилофазавр, это не подойдет, ребят. Не подойдет. Блин, да кто же? Ну, не перераптор. Я забыл. Твою налево, кого-то хотел же. Джунгариптор. Гигантозавр. А гигантозавр у нас вообще с кем гибрид делается? Со скалозавром. Вот. Слушай, ну вот это вот уже пойдет, ребят. Тут, а, хотел ускорить, не получится. Со скалозавром, отлично. Так будет даже лучше. Так, использовать 3 ускорения, собрать моды. В общем, как всегда, в общем, все как обычно. Здесь заберем. Так, и продолжаем схватку редких. Ребят, конечно же, мы же не закончили ее. Так, паразавр. Зашибись, схватка редких. Паразавр, ладно, против него мы возьмем кого. А кого тут лучше взять?
Наверное, велосираптора, я думаю, да? Против джетса взять. Наверное, нам лучше. Так, он летающий, да? Ну, я думаю, наверное, стегоцератопса. А вот против спинораптора надо взять пастозуха. Ну, наверное, так. Давай посмотрим. Твою налево. Не смогу я его сразу ушатать, к сожалению, но половину здоровья сразу отниму. Как пить дать? На. Получил хвостом. По щам своим. Так, ну что он будет? Он, наверное, меняться будет, естественно. Естественно, меняться, и берет он спинораптора. А против него только лишь вот пастозух у меня может более-менее воевать. Ох, неужели он будет сейчас бомбить? Он меняет. Трындец, ребят. Ну что, влуплять нам придется. Две атаки ему как минимум. Раз, два. Раз, два. Так, 312 к атаке. Он все слил, да, ребята? Он всю атаку слил, отлично. Значит, мы его ушат... Подожди, ушатываем. Ладно, посмотрим. Не хватило, да, чуть-чуть, по-моему, там? Нет, все отлично. Все шикарно. Так, ребят, ну что, у нас паразавр. Ну и, как ты видишь, у него 158 к атаке, ему нужно будет слить 3. Ну, в общем, мы победили здесь, потому что... Велоцираптор его сейчас разорвет. Там достаточно одной атаки, а у нас, по-моему, да, все пройдут. Так что тут сыграли отлично. Я вообще-то, честно говоря, не верил, что мы победим. Думал, сфейлимся, но удача, как ты видишь, на нашей стороне. Хорошо. Ну что, пойдем тогда последнюю с тобой битвочку сделаем. Получим там не очень хорошую награду и пойдем уже на визит там какой-то важной персоны. Так, давай битва. Аэротитан, ну здесь можно взять анкилодока. Ух ты. Так. Ну давай сделай вот таким вот образом. И, наверное... Так вот, скорее всего, придется сделать. Хм. Блин, да почему же немножко-то не хватает, чтобы его наказать-то уже окончательно, а? С одной плюшки, чтобы выносить-то. На. Но анкилодух на самом деле мощный чувачок. Его ты фиг пробьешь. Ну и что-то он, ну и поменял ты на анкилозавра. Умный такой. Сменил он. А давай его... Так, ребята, игра вылетела, блин, ни с того ни с сего. Ну тут, слава богу, что-то есть вроде как продолжение. Да неужели? Я думал, что все, трындец. Потеряли. В общем, я хотел сделать вот так. Не пробьешь. Нет, врешь, не возьмешь. Он ничего не стал делать. Меня это напрягает. Давай вот так вот сделаем. Я жду, когда он расколется все-таки. Он все сливает, прикинь. Все, что накопил. И это шикарно. И это шикарно, хотя... 684, поехали. Этого будет достаточно. И вот так. Атакуем. Да. Ну что, Аэротитан, выходи, выходи сюда, не стесняйся. У нас одна защита, у него... Да ладно, ничего абсолютно не стал делать. Добыть такого не может. Всего лишь 65. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Попробуем так. Все, аэротитан тоже крышка. Загнулся. Малой. Ну что, кеца.
Здорово, Харек. Ты же понимаешь, что тебе кранты, да? Ты победишь сейчас Тропиогоптера. Но у меня-то есть... Ать, какой красавчик. И он тебя просто сейчас размажет по вот этой земельке. Я боюсь сейчас посмотреть, но урона сейчас будет... Бух. Почти на 8500. Это шикарно, ребята. Все. Мы победили. Так, ну что, давай колесо призов крутанем. Вылетает, естественно. Ну и, как ты видишь, мне выпал стегозавр. Так, кто-то мне сказал зайти на почту и забрать подарки. $150. Это и есть рождественский подарок? Скудненький какой-то, если честно. Так, что у нас тут? Забираем. И остается у нас без ограничений 1000 очков доверий. Пойдем попробуем подраться за эти очки. Значит так, Дилофозавр. Против него я возьму, наверное, Нундагозавра. Или же... Да, Нундагозавра я возьму. Я, честно говоря, не уверен, что мы можем его одолеть. Может быть, нам... Может, нам лучше вот так вот сделать. И, например, Эдиоморфодона. Потому что вот против Эриопса, ну, 100% он нужен будет. Вот 100% тебе говорю. Давай вот так вот. Конечно, начинаем с козырей. Че, бомбим? Сразу. Половину здоровья у него. Шмяк. Но он сейчас поменяется вот на этого, мне кажется. Чувствую, просто поменяется. Ну я разве не прав? Тогда мы с тобой меняемся на птеродактиле. Вот таким вот образом. И мало того, что меняемся, мы еще возьмем свой бонус. Он сейчас опять поменяется, да? Смотри-ка. Плевать он хотел, да? Ну что, ребята, вот этого будет достаточно для него. На тебе, шмакодевка. Ну, Велоцираптор мод 2, конечно, порвет. Но потом мы его порвем. Мы его порвем, сейчас обязательно. Давай, Эдиоморфодон. Сколько тебе нужно? 3 атаки ему провести, да? 1000 хп. Погнали. Тресь по шиячину такую. Дилофозавр, у которого 1068 хп и 405 к атаке. Он абсолютно ничего не стал делать. Не знаю почему, видимо, захотел отдуплиться. Правильно. Все, ребят. Но для следующих поединков у меня никого не остается. Прикинь, как мы будем там драться, ума не приложу. Смотрим. Тиранозавр. Тиранодон. Орнитохейрус. Ё-моё, ну ты посмотри. Так, против этого возьму Нодогозавра. Так, надо как-то, я не знаю даже. Даже не знаю, неужели один Морфодона брать? Блин, топиелозавр. А где у меня эти-то все, я не могу понять. А, вот они. Даже не знаю, ребят, ну это фигня получается. Эти не справятся. Слишком малы они по атаке. Твою налево, вот не знаю, что и делать даже. Ну давай возьму одного Таниколагриуса. Говорили, блин. 306 к атаке. Ну это серьезная заявочка. 306 к атаке. А самое обидное, что очень много здоровья.
Да ладно, блин, поменялся. Ну-ка проверим. Так, он сейчас опять на тираннозавра? Ну, естественно. Да что ты будешь делать? 918 к атаке. Он не бьет, ребят. Это Николагриус. Хм. Раз, два. Вот так-то я попробую. Сейчас все в... Да что ж такое-то? Ну что, ребят, я рискую. Я иду на полный слив. Это, конечно, хорошо. Мне этого вольнули, но сейчас-то что будет? Ух, сейчас у него столько будет баллов. 7. Да, до свидания, Таниколагриус. Но никак не нундагозавр. Здесь он вообще не нужен. Как-то вот так вот надо делать. Проверим. О, 4 защиты взял. Ну что, пропишем тогда, получается, моему сейчас, да? Вот так это сделаю. Так, вышибаем его. Ну вот этот вот Орнитохейрус. Оу, фак, сейчас завалит. Блин, нундагозавр. Ай-яй-яй-яй-яй. А нундагозавр здесь, конечно же, не справится. У него атака будет вообще бичевская. Просто бичевская атака. А я так и думал, что он все-таки сделает одну атаку. Да и у меня не получится, ребят. Ну, это бесполезняк. Это максимум 900 атаки и все. 1200. Не-не-не-не. Какой тут? Мне кажется, я зря взял нундагозавра. Надо было его вообще не брать в эту пачку. Против тираннозавра, видишь, Таниколагриус очень хорошо сразился. Ну давай попробуем, блин. Так, так. Нет. Что-то вообще как-то не то, не сё. Не то, не сё, да, получается у нас вообще. Нет, ребят, это просто фейл. Это беспонтово. Пойдем, наверное, в ПВПшку подеремся. С модами, да? Или как? Канозойская иноземная? Давай так, наверное, сделаем. Так, так. И вот так. А, еще и моды. Еще и моды. Так, путы можно взять, в принципе. Устрашение возьму. И несокрушимость. Поехали. Да, что-то мне обидно стало, что мы так свалились. Нелепо, если честно, вообще. Ой-ой-ой. Топилозавр. Одних летунов, что ли, нахапал он? Ого.
Угу. И он ходит первым, да, еще к тому же. Так, я вот так, наверное, возьму. И защиту. Блин, пипец, по-моему, сейчас пропишет же. Топей лозавр, всего лишь 22 уровня уже. А, ну 22 уровня, не 20. То есть уже третья модификация пошла, да? И что? Давай посмотрим так. Да тут сфейлился я, короче, ребят. Тут... Одних летунов набрал. Ох ты, даже не пробил, нормально. Мы-то его должны сейчас ушатать же. Ну, все сливаем, поэтому и уничтожаем, да? Птеранодон. Делает одну атаку и три защиты. 100% тебе говорю, именно так он сделает. Нифига, пипец просто. Тридцатый, 36 уровень. И я тут своими 10 уровнями поперся. Отметелил, да. Тут даже, друзья мои, дело не в модах, поверьте. Здесь именно сфылился, потому что такая вот у меня команда вышла несуразная. Так, давай тогда пойдем с рыбками на модах. Раз, два, три. А, моды же, ё-моё, про моды-то забыл совсем. Возьмем шипы. Возьмем кровотечение. И общая слабость. Посмотрим, кто тут против нас пойдет. Аммонит, дунклеостей. Чё-то они там все, по-моему, прокачаны до дурения. Вы совсем что ли издеваетесь надо мной? Чё там вмешательство делает? Чё мне сделать? Давай атаку сделаем. Он всех пещерников взял, да, здесь я смотрю. Ну да, пещерников он взял. Тюш. Ну, вырубим мы этого аммонита сейчас. Дальше выходит дунклеостей. 441 к атаке. Хо-хо-хо-хо-хо. Ромалиозавр здесь вообще не подходит. Совсем не подходит. Вот этот вот нам... 197. Ну и как тут быть? Раз, два, раз. Вот так вот что ли сделать? По-моему, и тут я свалился. Так, через броню, да, по-моему, пробивает. Он пронзающий укус этот. Че, поехали? Я не знаю, ребят, как тут еще можно сделать.
готов. Лицихтис. 6. Даже если он 2 потратит. У нас еще какие-то эти. А почему он так сделал? Ну, он бонусы копит, ведь верно? Нет, неверно, ребята. Так, получается, ему нужно одну атаку потратить. Все, подрасчитал, что ли, типа, да? Ух-ух-ух. Ну, погнали. Да ёпперсы ты, блин. Все, сейчас. Все, ребята, ушатывают меня. Так нелепо. Трындец, так нелепо сфейлился, а. Согласись. Ведь можно было предположить, что он поставит блок. Мне надо было тоже просто постоять в блоке и все. Нет. Сунулся на свою голову. Так, давай дальше. Зуходус. Архилон. Опять же плезиозавр. Заряд адреналина нафиг на мне не нужен. Так, возьмем альфу. Возьмем общую слабость. И возьмем, наверное, а единственное, что делает? Команды, все команды на 10%. Давай единство возьмем еще. Охо-хо-хо-хо. Мне кажется, что в боях лучше играть не топовыми своими вот этими вот динозаврами, млекопитающими, а именно слабыми. Вот там почему-то, вот, не знаю, больше шансов выиграть. Так, ну что мы тут видим? Угу. Так, атаку повысили. Единство. Битва, он ходит первым, да? Он ходить не стал. Так, делаем заминочку. И берем бонус. У него вот этот хорошо так прокачан, 38 уровень. Слабость. Так, ну что? Против него кто хорошо идет? Наш Архилон. И в принципе мы можем его сейчас ушатать, так ведь? Но я этого делать не буду. Я сделаю вот так. Посмотрим, что он будет делать. Он, наверное, будет сейчас копить. Меняет. И атакует. Ну что, давай, наверное, и мы тогда атаковать его. Раз, два, три. Иди отсюда. 262 к атаке. Две атаки ему нужно будет потратить.
Две атаки он потратит, у него останется три. Так, Архилон, ты как у нас? С одной плюшки вынесешь его. Ну-ка. Он все сюда скидывает, да? Все на этого берет. Шесть. Сколько ему нужно будет? Три атаки, да? Три атаки, три у него остаются при себе. Зухудус, ты как у нас? Блин. Твою налево. Раз, два. Так и сделаю. Я так и думал. Я так и думал, что три защиты у него. Он ничего не стал делать. Поехали. Этого не хватит или хватит? Есть, друзья. Я уже думал, все, трындец, пробили. Шикарно, отлично, великолепно, замечательно. Фух. Ну все, 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 Зухудус, молодец, красавчик. Как всегда на высоте, не подвел меня. Так, игра бы еще не вылетела бы, пожалуйста, не надо вылетать. Так, Капразух, ДНК, 30 штучек. Так, ну что, давай еще, наверное, сыграем. Только мы будем уже играть с тобой на таких простеньких, так скажем, да? Возьмем, наверное, токсин. Блин, заряд адреналина. Что-то не знаю, пронзающий укус. Нет, берсерк не то совсем. Несокрушимость, вот так вот. Погнали. Так, игра, как всегда, у нас вылетела. Вот. Так, я попробую. Так, что у меня там было-то? Пронзающий укус. Давай возьмем кожу прочную и путы. Поехали. Ой, да. Сейчас посмотрим, кого-то дадут. Угу. Ксифактин. Чего у него там уровень? У него четвертый уровень. Он ходит первый, что ли? Я не могу понять. Точно, он ходит первым. Давай, ходи, что ты? Угу. Блок поставил, да? Давай я так сделаю. Ну? Бомбанет? Нет, как думаешь? Нет, не бомбанул. Тогда придется его ушатать. Дай боже, получится. А, отлично. Нет. Ну какого лешего. Ну, ему придется потратить тоже две. Угу. Две и две защиты он наверняка взял себе. Наверняка две защиты именно взял, поэтому мне надо будет вот так делать. Да ёпрсты, ну... А этот еще и с превосходством явился. Шесть. Чё-то тут, ребят, не вышло ни шиша. Да кожа прочная нам не поможет здесь.
Раз, два. Раз, два. Сто шестнадцать. Ну, тут, друзья мои, тут восьмерка тут. Как ни крути, всыпет по полной программе этот ксифактин. По полной, да? Фига, у него там пасть, ты видел? Вроде бы как бы и на равных, и в то же время ни шиша не на равных, потому что у него все равно как-то было преимущество. Так, подожди-ка, у нас что здесь? Все? Ну-ка. Окей. Так, а у нас, да, он, к сожалению. Тогда пускай начинает эволюцию. Ну а что сделаешь? Так, ребят, давайте еще, наверное, что у нас тут? ПВПшку в кайнозойской эре. Разных нужно поиграть. Разными, тремя животными. Давай вызов. Так, мамонт, гасторнис и рематерий. Ну, это как обычно, это стандарт наш. Посмотрим, кто против нас. Блин, конечно, мы без этого-то с тобой вряд ли выиграем. Ух ты, сумчатый лев, эндрюсарх и унтатерий. Ударяем сразу. Сразу же. Угу. Сумчатый, блин, лев. Что ты там кривляешься? Кривляется у меня. Меняет. Взял пещерника, да? Ну что, гасторнис, выходи. Сделаем атаку ему. Так вот. Но он сейчас может убить гасторниса. Как пить дать. Ну и дальше мы его ломаем. Оу, так он и не пробил нас. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Роднулька ты мой. Так, да я... Извиняй. Как-то так. Ну что, Лёва. Одну атаку тебе придется потратить. А, он три. Он три слил, ты прикинь. Ты, конечно, погорячился. Тут ты, парень, погорячился. Прям вот, серьезно тебе говорю. На. И выходит у Унтатерий. 76 атаки у которого. По-моему, тут все. Без вариантов. Да, тут мы победим. Хоть у него и 1000 там с лишним здоровья, мамонт все равно пробьет. Бубу, нифига там. Льдины повылетали. Да, но все равно сегодня очень много проигрышей. Очень много. Я такого не помню. За все игры, что мы играли, я так не фейлился. Так, 75 ДНК мне дают. Утешительный приз, блин. Ну, еще разочек крутанем. Так, 11250 монет. Так, забираем. Моды. Пошли открывать моды. За еду. Так, эхо, давай что-нибудь путевое. Путы. Не дает проводить замену.
Вмешательство. Так, выключает мод. Нормально, сгодится. Так, использовать 3 ускорения. Ну вот с ускорением-то будет, наверное, похуже. Топиолозавр скоро выведется. Скоро выведется. Ну что, здесь что ли тогда делать ускорение, я не знаю. Забрать, поместить, прокачать. Так, награду забрали. Скалозавр. У нас нет, у нас скалозавра, к сожалению. У следующего поставить велоцираптора. Ну, по-моему, пора уже, давно его надо было ставить, велоцираптора, чтобы хотя бы он уже был у нас 40 уровнем. Нормально. Не дотянул. Давай. Я понял, понял. Я забыл просто активировать. Так, ну что, забираем наши тут награды. Деньги, деньги, доллары и полет на дирижабле штурман. 95 очков доверий. Разместить. Пускай там и стоит. Да, друзья мои, наполучал от души я сегодня звездюлей. Ну, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!